И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан. Вы находитесь на канале Афанов Музик. Афанов Мюзик. И сегодня мы с вами послушаем Кемано, Акума, Фит Вил Дед, Поэтическое дерево и розовый бегемот из тучи. Здесь у нас 4 человека, это очень много. На продакшене у нас Акума. Никого из них не слушал прежде. Давайте вообще посмотрим, может, знаем кого-то. Кемано знакомый ник. Кемано знакомый ник, но что-то я здесь ничего не вижу. Прослушек мало, предположим. Акума. Но это не тот Акума, о котором я думаю, естественно. То же самое, да? Поэтическое Вил Дед. Или как у них читается? А, вообще ничего нет. И поэтическое дерево... Я, короче, вообще в бахере с такого ника, честно. Поэтическое дерево и розовый бегемот из тучи. Вот как такой ник можно иметь? Бро, ну, короче, какие-то новые люди к нам залетели, которых прежде мы не видели. И это платный заказ. Это платный заказ, спасибо вам, ребята, с удовольствием разберу ваш сайфер, типа, наверное, да, на НГ. Я так понимаю, это новогодний сайфер был, 29 декабря выпущенный, сейчас мы разберемся, довольно дерзкая блога, стоят два чела над елкой, это круто. Там у Кемано фит свое было, алло, что-то я проебал, что-то я прокемарил, где? А, реально, сезон охоты, фит свое 33, вижу, окей, отлично. В общем, интересные парни, посмотрим, что это такое. Это донатный трек. Если вы тоже хотите вдруг задонатить, то предупреждаю вас, 1 февраля изменяются цены, они повышаются, поэтому у вас есть немного времени, чтобы по минимальной цене купить трек или альбом. Ссылочка на Twitch в описании, там есть ссылочка на донат Алис. Разбирайтесь, в общем, да, все читайте, и так оно и бывает. Ну, а мы сейчас с удовольствием послушаем этот трек, посмотрим, что это из себя представляет. Короче, неоднократно говорил, что проблема таких треков возникает часто в том, что, ну, альбома, да, я говорю про альбомов, про альбомы, что вот если такие альбомы из дохера людей 3+, то есть шанс, что кто-то зарейнет. А когда мы имеем дело в треках, где тут не все профессионалы, то шансов еще больше. То есть когда есть шанс, что какой-нибудь непопулярный человек, да, сделает хороший парт, и это будет круто. Но гораздо больше, что это будет не прям пиздец парт. Посмотрим, то есть на полноценность и качество этого трека я сомневаюсь. Вот. В общем, да. Давайте посмотрим, что это такое и как это реализовано. То есть тут у нас целых 4 человека, нужно не задушить. 2.47 вроде бы норм для 4 людей, плюс это типа как сайфер. Давайте смотреть. Let's go. 101 из прослушек, блин, мало. Типа хейтер-поп, что ли? Йоу, жестко. Неплохо, я такой. Бля, прикольно пока идёте, неплохо. Кемано, Акума, неплохо. Прикольно, парни. Круто. Из хайпер-попа в рок ушло. Ебать, здорово, ребят. О, ебать, круто, парсел. Довольно такой попсовый немножечко припевчик. Ну, припев такой.
Только, знаете, консоль. Очень много всего. Неплохое качество относительно. Круто, круто, молодцы, ребят. То есть мягкий припев, предприпев. Вот этот довольно мягкий куплет, как такое начало, да, то есть. Далее начинается уже, блядь, рок. Разный очень трек. При этом целостность сохраняется. Еще аутро, да, такое. Круто, бля. Охуенно. В рамках того, чтобы здесь сделать, в рамках задачи, я считаю, охуенно вы справились, была задача, то есть, уместить в эти 3 минуты 4 человека, сделать это с Сайфером на Новый год, то есть, ну, удержать тему Нового года, сделать разнообразие, чтобы трек не душил, и при этом сохранить целостность, не потеряв качество. Задача была очень сложная, вы с ней нормально справились. Я не скажу, что прям это пиздец трек, но я считаю, что вы хорошо справились. Что вы хорошо справились. То есть вы сюда и рок засунули такой, ну, легкий рок, да, конечно. И хэппи-поп здесь есть, и немножечко попсы в припеве я вижу. Бля, круто, ребят, спасибо большое. Хороший трек, хороший заказ. Да, спасибо большое. Это было действительно здорово. Возможно, на кого-то было бы стоит подписаться, но вас так много, и кого-то одного я выделить не могу. Так, поэтому, я думаю, не буду ни на кого подписываться. Да. Как-то так. Спасибо большое. Это было действительно годно, это было действительно интересно. Желаю вам, как бы, удачи, успехов. Вот. Кайф. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Да, реально, вот что вы думаете по поводу этого трека? Напишите, как вам, ребята? Я думаю, что это круто было. Я думаю, что это круто сделано. Не забывайте про ссылки на голосование. Это очень важно, каждый голос важен. Про Telegram, Twitch, Boosty тоже не забывайте. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.